К нам в редакцию обратился житель станицы Петровской с необычной просьбой – помочь ему организовать романтичное предложение руки и сердца своей девушке. Мы, конечно же, с удовольствием согласились. Что из этого получилось, смотрите в следующем материале выпуска. Заявить о своей любви молодой человек решил, что называется, на весь мир. Предложение руки и сердца прозвучало с экрана городского дома культуры, которое мы помогли ему там разместить. Ничего не подозревающая девушка была просто ошеломлена, когда после окончания выпуска новостей увидела клип со своим участием. А дальше все как в романтических книжках. Он встал на одно колено и предложил стать его женой, одев на палец золотое колечко. Ошеломленная девушка после такого необычного предложения могла дать только один ответ. Конечно же, я ответила «да». Как вам вообще такое вот предложение? Какие эмоции, ощущения? Я не могу дышать, серьезно. Мне сейчас нужен кислород, мне нужно осознать, что произошло. Конечно же, я очень счастлива, я очень волнуюсь, я самый счастливый человек на свете. Будущие молодожены Андрей Копытов и Мария Кузнецова рассказали историю своего знакомства. Оно тоже у них было необычным. Это было романтичное знакомство. Мы познакомились в Ачуево, когда проходил форум прогрессивной молодежи Славянска на Кубани. Это было в сентябре, 5 по 7. Вот там мы и познакомились, мы попали в один отряд, вот. Я решился подойти на пару минут. История любви развивалась стремительно, и спустя 5 месяцев после знакомства Андрей сделал свое любимое предложение. Мы сами не ожидали так быстро. Да, не ожидали, что так быстро, что такая любовь будет сильная, настоящая. Мы очень счастливы. Я очень счастлива. Теперь... Я тоже очень-очень. Свадьбу сыграть ребята планируют летом. Как говорится, совет вам да любовь на долгие годы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».